Уметь мечтать очень важно. Мечта детства привела меня к высоким достижениям в спорте и изменила мою жизнь. Ольга Шишигина, казахстанская легкоатлетка, олимпийская чемпионка 2000 года в Сиднее, чемпионка мира 1999 года, чемпионка азиатских игр, чемпионата Азии, Казахстана, заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. За заслуги перед Отечеством Ольга Шишигина награждена государственными наградами Казахстана, орденами Барыс первой степени, Гурмет и Дарын. Спортивный режим, дисциплина, правильное питание стали залогом моего успеха. Постоянные встречи, перелеты, съемки. Я должна быть в форме каждый день. Почему я приняла предложение спутаться с Орифлеем? Я хочу, чтобы как можно больше казахстанцев стремились к красоте, к здоровому образу жизни, который дал бы им силу воплощать свои мечты. Я с гордостью представляю качественный шведский продукт Wellness от Oriflame, который дарит молодость, красоту, отличное самочувствие для всей семьи.